Так, Николаич уже подготовил мясо. Это лосятина. Режет лук. А Женек у нас занимается картофелем. Масло греется. Горячее. Сейчас добавим вот этого замечательного лося. Обжарим сначала до корочки. Добавляю. Пошла жара. Значит так, добавляем вот этот лук к мясу. Перемешиваем. Пускай стоит. Там у нас топится баня. Проблема этого лосика в том, что он вкусный. Поэтому мы добавили сюда чуточку специй. Заливаем водичкой. Соль по вкусу. Идем париться в баню. А это все готовится. Вот такие дела. Совсем забыл, вот мы уже в баню, а у нас еще и картошка. Добавим для нажорить. И готово, кушать подано. На рыбалочке только с кайфом и с таким вот настроением. Опа! Ha 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 ha.